куда собрался? Я на балкон воздухом подышать. Может, не надо? Да хорош, Кис. Доброе утро. Кис, я ничего не трогал. Отверну ручку. Да я ее вот так курточкой открыл, я уже не могу руки мыть, у меня уже все вон трескается. Мой! Хорошо помыл руки? На два раза? Да я на три помыл. Дай крем. Нет крема. Что делать? Не знаю. Ты же сам решил пойти погулять на свой балкон, когда нормальные люди дома сидят. Можно я полчасика на балконе погуляю? Я не поняла. Ты хочешь заразу домой принести? Какая зараза, малыш? Ну, хорош. Ну, полчаса. Просто воздухом подышу. Ладно. Я в перчатках. Вещи в стирку, а сам иди мойся. Кисло, ты чё? Быстро! Кисло, а у нас точно крема нет? Нет. А если будешь ходить на балкон, будет ещё хуже.
Я там все помыл. Теперь-то я могу ходить спокойно на балкон и не мыться после него каждый раз. Но когда ты мыл, там ведь грязно было. Так что иди еще раз и помойся. Понятно. Издеваешься. Все, помылся. Довольна? Да. Аллилуйя. Mm-hmm.